Да чем тебе так школьная форма не угодила? Ты ее хоть раз видела? Да, конечно, видела. Ничего в ней ужасного нет. Бывают вещи и похуже. Например? Да, пожалуйста, сейчас. Вот, смотри. Школьная форма в Бутане. Ни сумок тебе не нужно, ни портфелей. Все можно положить за отворот. Дальше, Аргентина. В школу можно носить все, что угодно, но сверху обязательно нужно надевать белый халат. Ты представляешь, как в больницу? Кошмар какой-то. И мое самое любимое, последнее, Шотландия. Ничего особенного, если не считать того, что мальчикам нужно носить килт. Это мужской национальный шотландский элемент одежды. Мы бы назвали это просто юбкой, но похоже ведь на юбку. Но у них так категорически запрещено его называть, потому что килт – это символ мужественности. Ты представляешь? Спорим, что я смогу тебе доказать то, что школьная форма может быть и красивой, а? Спорим? Здравствуйте, девчонки, привет! Мы проводим эксперимент, можно ли найти идеальную школьную форму. Хотите поучаствовать? С удовольствием. А, девчонки, вам вообще нравится в школу ходить, только честно? Нет. Вам нравится ваша школьная форма? Нет, она ужасная и неудобная. А вы уже начали готовиться к школьному сезону? Вы знаете, еще нет, но собираемся. Мы вам предлагаем пойти в магазин и попробовать выбрать школьную форму вашей мечты. Согласны? Давайте, Кать. Давно меня ждешь? Не очень, но уже успела себе кое-что присмотреть. Отлично, значит, мы с тобой почти решили нашу задачу. Пойдем покажем, что тебе понравилось. Идем. Ой, это прям вот все под меня. Слушай, а цветок какой? Цветок. Это опять розы, я только розы знаю. Здравствуйте. А мы ищем школьную форму мечты. Можете нам помочь? Конечно, с удовольствием. Что бы тебе хотелось? Что ты предпочитаешь? Мне бы хотелось платье, чтобы оно было очень пышное, очень-очень красивое, чтобы это платье было темно-синим, вечерним, и оно было не скучным. А самое главное, чтобы в этом платье я была королевой школы. У меня есть такое платье. Давайте посмотрим. Давайте. Пойдем. Это платье с длинным рукавом. Оно теплое. Ты в нем не замерзнешь. На первый взгляд оно может показаться повседневным. Но у него есть несколько интересных деталей, такие как съемный кружевной воротничок. О! К нему можно добавить пышную белую юбку. Добавляйте. Добавляю. Какое оно уже торжественное стало, да? Какое интересное. Из повседневного платья платье получилось торжественное. В нем ты можешь ходить в школу каждый день. Нравится? Да. Примерим? Да. Давайте. А такое я бы себе взяла. О, какая красивая! А теперь последний штрих. Теперь ты настоящая маленькая леди. We'll be right back.
Знаешь, я очень рада, что ты выиграла. Просто это значит, что я смогу сохранить статус королевы школы даже в форме и свою индивидуальность. А ты ничего не забыла? Держи свою шоколадку. Ну, спасибо. Бегите, бегите, Ваше Величество. Только корону по дороге не оброните. А нам с вами пора прощаться. Никогда не теряйте свою индивидуальность и не делайте поспешных выводов. Пока-пока. Девчонки, хотите шоколадку?